Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Черепашки Ниндзя Безумие Мутантов. И сегодня мы продолжаем играть со стаями от подписчиков. Также согласно ваших отзывов и комментариев, сегодня я буду прокачивать героев. Что ж, начнем. И первым написал и оставил свои комментарии подписчик с ником Максим Киряков. Состав: Наполеон, Бакстер Муха, Мона Лиза, Гранитор, Крысиный Король. Прокачаем Мону Лизу, Крысиного Короля, Супер Ирму и Кейси Охотника. Ну, друзья, что должен сказать, состав слабоват. Поэтому давайте, друзья, я пойду с вами вот на прохождение очередного этажа 6 канала. Здесь мы точно пройдем. Вот по основному сценарию, скорее, мы всего проиграли бы. Поэтому давайте-ка сейчас вот я высажу лишних бойцов, вот, которые участвовали в прошлом видео, и попробую собрать состав от подписчика. Кстати, вот Бакстер Муха мне подошел, поэтому пока, друзья, этого героя я оставляю. Вот добираем Наполеона, Мону Лизу, Крысиного Короля, и осталось добавить только вот Гранитора. Ну что ж, друзья, обратите внимание, сила моего отряда 80440 единиц, а врагов только 30900. Поэтому врагов нету ни единого шанса. Вот наши герои сейчас их сметут. Вот, Гранитор использует ракетницу. Вот, ну и даже без спецатак, как видите, враги очень быстро заканчиваются. Бакстер Муха стреляет из пистолета. И, по-моему, Крысиный Король добит. Да, вот еще кто-то из героев выстрелил. По-моему, друзья, это был Гранитор. И добил вот орду вражеских крыс. Итак, друзья, победа. Достаточно неплохой результат. Давайте-ка мы еще пойдем с вами сейчас и займемся прокачкой героев. Итак, как попросил Максим Киряков, чтобы я прокачал Мону Лизу. Давайте-ка найдем этого героя. Вот, кстати, давно не просили прокачку Моны Лизы. Вот сегодня давайте-ка я ее докачаю до 180 уровня. Вот так, отлично. Вот, удалось поднять на 5 уровней. Смотрите, какая она прикольная. Вот, попробую еще немножко усилить персонажа. Вот, всевозможными бонусами. Ну, надеюсь, так будет здорово. Кроме того, давайте-ка сейчас прокачаю и Крысиного Короля. Вот в каком он состоянии, тоже давно никто не заказывал. Но сейчас я его попробую усилить. Итак, Крысиный Король. Вот он, 165 уровень. И вот этого персонажа, друзья, я хочу сразу же поднять на 10 уровень, до 175, чтобы у него появился новый навык. Да, позвонить крысу. Вот, к сожалению, друзья, диалоги здесь идут очень... Вот, с плохим переводом, поэтому вот не судите строго. Итак, выберите пустую плитку в диапазоне 3, призвать Рамштварм с 9047 единицами сотыми К здоровьем, что атаки на диапазоне 1 и сделки 541, физический урон, ограничение 6 РАПС МАМС. Вот, Рацварм, атаки наносят 12, нажимают на 6 секунд и нанесите рут в течение 1 секунды, чтобы нацелиться на поспешность или ниже 10. Итак, друзья, вот только я понял, что здоровье 9,47К, вот выпадает, больше ничего не понял. Ну, пока пусть будет вот так, еще немножко усилю героя всевозможными бонусами, ну и мы можем рассмотреть вот такого вот прикольного Крысиного Короля, вот. Нажимая на него, еще видим забавную вот анимацию, трюк. Что ж, с Крысиным Королем мы разобрались. Осталось Супер Ирма и Кейси Охотник. Вот она, Супер Ирма 150 уровня. И да, друзья, я давно хотел еще этого охотника прокачать на 175 уровень. Итак, поднимаю сразу же на 25 уровней этого персонажа. Итак, новый навык, магнетизм. К сожалению, диалоги все на латинице. Поэтому, друзья, опять же пропускаю, немножко, правда, улучшаю Супер Ирму. Вот, отлично. Итак, остался у нас Кейси Охотник. И этого персонажа сейчас я попробую. Итак, друзья, прошу прощения, какой-то у меня перебой с интернетом. Вот, надеюсь, что сейчас все возобновится и мы сможем с вами продолжить игру. Итак, что происходит, друзья, непонятно. Итак, перезагружаем игру. Вот. Друзья, что было непонятно, ну пока как-то так. Итак, возвращаемся назад. Давайте-ка я соберу бонусы и попробую заняться прокачкой героя. Итак, где мой Кейси Охотник? Кейси, дружище, вот он.
Четвертая звезда, как видите, он 177 уровня. И давайте-ка я этого персонажа тоже прокачаю до 180 уровня. Отлично. Посмотрим, какой он прикольный, какой он классный. Вот с арбалетом. И еще попробуем немножко прокачать, усилить этого персонажа всевозможными способностями. Ну что ж, здорово. Итак, мне кажется, друзья, выполнил просьбу очередного подписчика. А сейчас давайте-ка возьмем следующий состав от наших подписчиков. Итак, следующим написал Захар Грицкевич. Мой состав: Муха, Сплинтер, Бибоп, Шреддер, Макмен. Друзья, опять же, снаряд слабоватый. Поэтому я иду с вами по зачистке очередного этажа 6 канала. Просто по основному сценарию этот отряд, скорее всего, проиграет. Поэтому вот вынужден пока вот как-то так действовать. Если отряд будет немножко сильнее, я, конечно же, его буду брать по основному сценарию. Вот стараюсь проходить основной сценарий, но когда вижу, что отряд проигрывает, поэтому, друзья, идем как-то так. Итак, мне нужен Бакстер Муха. Вот, кстати, что-то сегодня у нас Бакстер Муха просто всем нужен. Сплинтер. Сплинтер, Сплинтер, отлично. Вот еще нужен Бибоп, Шреддер. Кстати, вот Шреддер мелькал. И Бибоп, и Шреддер. И остается последний герой, это Макмен. Кстати, за Макмена тоже очень редко что-то в последнее время спрашивают. Вот он. Итак, сила отряда 171 151 единица против 30 единиц 100. Вот, и у врагов, по сути, нету ни единого шанса. Накапливаем энергии. Бибоп метает взрывчатку. Макмен метает мусорный бак. Шреддер использует свои когти. И враги как-то быстро закончились. Но, опять же, награды радуют. Смотрите, фиолетовый, синий и зеленый кубы. Ну что ж, неплохо. Продолжаем битву. Давайте-ка я посмотрю следующий состав от наших подписчиков. Итак, подписчик с ником Роман. Состав: Бибоп, Железные головы. Бибоп, Железные головы. Леонардо, Шреддер и Раб. Прокачай Шреддера. Друзья, не пойму. Так, смотрите, какая здесь ситуация. Герои неплохие. Состав сильный. Поэтому давайте-ка я попробую взять этих персонажей по основному сценарию. Вот, друзья, и так, что-то мне кажется, друзья, не туда зашел. Да, я прошу прощения, вместо того, чтобы зайти по основному сценарию, я зашел, опять же, на зачистку очередного этажа 6 канала. Вот сейчас, друзья, мы попробуем пройтись по основному сценарию. Вот, я очень надеюсь, что у нас все получится. Итак, высаживаем черепашек. Кстати, а зачем я высадил часть черепашек? Часть черепашек не подходила. Итак, друзья, прошу прощения, секундочку. Сейчас я посмотрю, что-то я не то нажал. Вот. Итак, друзья, где мои составы от подписчиков? Я прошу прощения, случайно свернул их. Сейчас. Вот, друзья. Итак, случайно закрыл, работал возле ноутбука и случайно закрыл ваши составы. Сейчас я попробую переоткрыть и посмотреть. Вот, что там было. Вот, к сожалению, как-то получилось некорректно. Так, прошу прощения, комментарии открываю. Случайно экран стал темным и загрузилось какое-то совсем другое видео. Вот, поэтому как-то вот так некорректно произошло. Так. Вот, да, все получилось. Отлично. Итак, следующий состав у нас от Романа. Итак, состав: Бибопов, Железной головы. Ну, Бибоп, ну, я понял, друзья, немножко некорректно написал подписчик, но я, в принципе, его понял. Итак, Бибоп, Железная голова. Сейчас мы это попробуем создать. И надеюсь, у нас все здорово получится. Бибоп есть. Отлично. Ищем Железную голову. Здорово. Леонардо. Великолепно. Шреддер — это уже не очень здорово, но зато есть Раф. Очень неплохой прокачанный боец. И этот отряд, друзья, мне кажется, имеет шанс побеждать. Есть у него шанс победить. 86 470 единиц. Сила моего отряда. Давайте-ка Елео пока поставлю вперед. Биба пусть остается на своем месте. И сейчас мы попробуем победить в этой битве. Опять же, друзья, есть неплохой шанс проиграть, но все-таки надеемся на лучшие.
Итак, мощные атаки, Лео рубит катаной, вот удалось использовать спецатаку железной головы Рафа и Бибопа. Бибоп метает взрывчатку, железная голова атакует ракетой, Раф пронзает Сай, Шреддер атакует когтями, но у нас первые потери, мы потеряли Бибопа. Вот продолжаем атаковать врагов, у врагов трое бойцов осталось, у нас четверо, ай-яй-яй, друзья, мы потеряли Леонардо, очень печально. Вот, я просто в шоке. У врагов еще цел крысиный король, Бакстер Муха. Вот, пытается что-то сделать Шреддер. Ай-яй-яй, друзья, мы потеряли еще одного бойца. Вот, сейчас что, друзья, к сожалению, я вижу, заканчивается здоровье наших героев. Крысиный король призывает орду крыс. И, к сожалению, друзья, это проигрыш. Вот, я надеялся на лучшее. Нет, команда оказалась достаточно слабовата. Вот, надеялся, что пройдем по основному сценарию. Не получилось. Что ж, продолжаем игру, и давайте-ка сейчас я попробую прокачать Шреддера. Вот, возможно, в следующей битве он себя лучше покажет. Итак, Шреддер у нас 180 уровня, и давайте-ка я его подниму на 5 уровней до 185. Очень надеюсь, да, я вот попробую усилить. Очень надеюсь, что это нам поможет в следующей битве. Ну, а сейчас состав от подписчика с ником RobotNinja12. Вот, прокачай Лотос Карай, мой состав один самый сильный, один самый слабый, один на твой выбор, Лотос Фрости. Ну что ж, друзья, итак, продолжим прокачку героев. Лотос я подниму, друзья, на 2 уровня, думаю, так будет неплохо. Итак, и персонажа достаточно неплохого уровня, хотя почему не поднять на 5 уровней. Итак, Лотос я поднимаю на 5 уровней до 185. Кстати, нельзя ли ее улучшить по свойствам, по значкам? Можно. Отлично. И еще давайте-ка я попробую прокачать Карай. Ага, с Карай ничего не получится, друзья, так как Карай у нас двухзвездочный персонаж. Мы можем немножко усилить героя персонажа вот ингредиентами, а так у нас... Из-за того, что она на 2 звезды, мы не можем прокачать и усилить героя. Ну что ж, друзья, еще раз рискнем пойти по основному сценарию. Давайте-ка я возьму самого сильного бойца. Вот на сегодняшний момент, из-за того, что действуют бонусы, Трак считается у нас самым крутым и самым сильным персонажем. Ну, давайте-ка, наверное, все-таки я вначале высажу вот моих слабых бойцов. А потом, вот, которые себя очень плохо показали, вот, надеемся, что следующий состав себя как-то лучше покажет. Так, а как сюда попала утка Эйс? Как сюда попала утка Эйс? Я случайно нажал на этого персонажа, сейчас его надо убрать. Так, утка Эйс. Где-то он, ага, вот так. Ну что ж, друзья, Траг у меня самый сильный герой сейчас, обратите внимание. Самый слабый у меня Дементор. Давайте-ка я поставлю его где-то в заднюю линию. Кто там у нас есть? Вот. Один на твой выбор, Лотос и Фрости. Ну давайте-ка, друзья, я сейчас добавлю Лотоса и Фрости, а потом добавлю кого-то на мой выбор. Итак, Лотос. Вот Фрости и Лотос. Ну, что, друзья, могу сказать. 80 329 единиц, сила моего отряда. Давайте-ка, друзья, я возьму кого-то, кто еще не участвовал. Давайте-ка, друзья, я возьму Зоракса. Да, вот это, друзья, я не сомневаюсь в победе. Давайте-ка с Лотос вот так поменяем местами. Вот, ну, вот как-то так, мне кажется, даже будет лучше. Что ж, вперед, друзья, в битву. Посмотрим, что из этого получится, насколько сильны будут враги, удастся ли нам, нашим героям, победить, уничтожить всех врагов. Да, вот Трак использует спецатаку, а вот укрепляет нашу защиту, вот продолжает вот, мы атаковать врагов, а ей досталось Трагу. Демента тоже использует свои спецатаки, Зоракс и Лотос, ой-ой-ой, друзья, они пытаются уничтожить врагов, а что же Дементор? Дементор пока погибает, но надеюсь, что сейчас возродится. Так, Фрости пытается заморозить врагов морозным лучом. Мы еще теряем Трага, но у нас еще Зорак, Лотос и Фрости. У врагов осталось очень мало здоровья, поэтому, друзья, я надеюсь, что Зорак и Фрости справятся. Итак, мощная атака этих персонажей. Лотос продолжает рубить крыс, и мы получаем идеальную победу. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья, прежде чем взять следующий состав от наших подписчиков, вот, друзья, давайте-ка мы сейчас прокачаем героев по сундуках. Напоминаю, в этой игре, кто не в курсе или смотрит первый раз, у нас есть возможность открывать вот кристаллы и за их помощью, при помощи этих кристаллов улучшивать персонажей. Вот, если же попадет дубликат, улучшение не произойдет.
Вот только вот заработаем деньги. Итак, друзья, открываем сразу же 10 сундуков, 10 тысяч зеленых кристаллов, и что же у них выпадает? Итак, усиление для Супер Ирмы, усиление для Бакстера Мухи, Бибопа, Донни, Кейси Джонса, Рафа и Леонард. Да, вот еще 250 кристаллов. Вот мелочь, а приятно. Итак, Супер Ирма улучшена на 14 единиц, Бакстер Муха улучшена на 15 единиц, Бибоп улучшен на 14, Донни улучшен на 6 единиц и Кейси Джонс улучшен на 6 единиц. Да, вот Раф улучшен на 6, Лео улучшен на 6, и это пока все. Кроме того, друзья, осталось у нас сейчас 4000 синих кристаллов, которые дают неплохие шансы кого-то из героев перевести на третью звездочку двухзвездных персонажей, либо открыть нового героя. Итак, пытаемся открыть, и давайте посмотрим, что же произошло. Итак, это усиление для кого-то из лягушек, Шреддера, Крысиного Короля, Лотос и 100 кристаллов фиолетовых. Маловато. Итак, друзья, Чингис у нас улучшен, друзья, не обратил внимания на сколько, но улучшился. Шреддер улучшил на 72 единицы, и Крысиный Король улучшился на 69 единицы. Лотос улучшен на 59 единиц. Ну, как-то так. Кроме того, друзья, у меня есть возможность сейчас открыть один сундук на 4 звезды, в котором, опять же, есть шанс открыть нового персонажа, либо прокачать кого-то из 3 звезд до 4 звезды. Итак, пошло открытие, и что же внутри? Очень интересно. И это у нас, да, друзья, да, нам повезло, у меня новый персонаж. Очень много раньше подписчики просили, чтобы я открыл вот мутаген человека, он же мутагеноида. Наконец-то получилось, друзья, нам удалось открыть этого персонажа. Я вас с этим вот поздравляю. Поэтому, друзья, давайте-ка сразу же пойдем вниз. Итак, у меня остался один неоткрытый персонаж. Это самурай Лео, а так, как видите, друзья, практически все герои собраны. Вот где до сих пор не могу обрадоваться. Вот давайте-ка посмотрим, где этот герой. Итак, мутаген, человек, просто-просто фантастика. Вот, кстати, давайте-ка я его попробую немножко улучшить, но по уровню я его прокачивать не буду. Вот, дождусь от вас отзывов и комментариев относительно прокачки этого героя. Ну, а сейчас давайте-ка отправимся в финальную битву на сегодня. Вот, это у нас, сейчас смотрю, кто написал. И это у нас Марина Шапира. Вот, Марина попросила состав Леонардо, Фрости, Технодон, Трак, Микеланджело. Прокачали Леонардо до 195 уровня, Микеланджело, Фрости, Шреддер, Кренга, и меня зовут Миша. Ага, вот, друзья, я так понял, подписчик использует аккаунт либо мамы, либо еще кого-то. Ну что ж, дружище, без проблем иду навстречу, идем по основному сценарию. Вот, Технодон у нас очень сильный, поэтому, друзья, вот, надеюсь, что битву мы вытянем. Ну, по крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Итак, убираем самого слабого. А самым слабым у меня сейчас вот пишет, что мутаген человек, хотя он всего лишь первого уровня. Но я, друзья, уверен, что этот герой себя очень неплохо покажет. Итак, выбираем состав от Марины, от подписчика Миша. Так, мне нужен Леонардо. Мне нужен Леонардо. Вот он, отлично. Вот, так, и Деметра, да, давайте-ка быстренько уберу. Вот, отлично, итак, Леонардо есть, ищем Фрости, ищем Технодона. Так, Фрости, вот он, тоже четырехзвездочный. Так, Трак и Микеланджело. Трак, а где же Микеланджело? Вот он. Ну что ж, друзья, обратите внимание, сила моего отряда 116 541 единица, и я уверен в победе этого отряда на все 100%. Можно было бы, конечно, попробовать поменять тактику, поместив сильных бойцов вперед, а слабейших назад, но я, мне кажется, друзья, думаю, и так мы с вами без проблем победим. Хотя, смотрите, пошли первые потери, мы потеряли Леонардо. Здоровье Технодон надо хоть до конца, но мне удалось использовать спецатаку. Технодон призывал пушки. Вот Микки бьет врагов нучаками, руками. Итак, все-таки потеря произошла. Потеряли и кроме Технодона еще и Микеланджело. Вот Фрости пытается заморозить врагов морозным дыханием. А что же Трак?
Непонятно. Да, вот, друзья, добили последнего из врагов, и мы получаем идеальную победу. Просто фантастика. Отлично. Итак, у нас все получилось. Вот, здорово. А сейчас давайте-ка я попробую прокачать тех героев, за которых попросил вот Миша. Итак, прокачали Леонардо до 195 уровня. Итак, у нас Лео и так 180-го. Вот, я не уверен, сумею ли я это сделать. Вот, сейчас очень большой расход. Смотрите, 6 миллионов. Вот, но все возможное я, конечно же, попробую сделать. Да, вот удалось прокачать Лео до 195 уровня. Что у нас Микеланджело? Микеланджело. 175 уровня, давайте-ка я его подниму до 180, вот даже до 181, отлично, вот, дальше прокачиваем Фрости, ой-ой, друзья, что это было, что-то хотело подгрузиться, так, что это было, так, Фрости, 180 уровень, давайте-ка, друзья, его пока поддержим, вот. Итак, друзья, что-то... А, вот, да, сообразил, что я делал не так. Итак, 187 уровень вместо 185, что-то я немножко улегся. Итак, друзья, давайте-ка сейчас еще прокачаем Шреддера и Кренга. Шреддер. Итак, друзья, не вижу ни Шреддера, ни Кренга. Где-то они попрятались. Так, вот он, Шреддер, 185 уровня. Давайте-ка на уровень 2 уровня поднимут. 187. И еще давайте-ка еще попробуем спрятать Кренга. Так, где же он может быть? Кренг. Друзья. Вот он, 183 уровень этого персонажа. Давайте-ка я докачаю 190, до 185. Что ж, друзья, сегодня на этом я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев вам понравилось. Вот, кто из героев понравился в серии, кто не очень. Вот, и, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. Да.